Вы смотрите видео об отеле Fatih Hotel. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Fatih Hotel расположен в стране Турция в регионе Алания и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Расстояние до аэропорта 130 километров. Территория гостиницы занимает 2000 квадратных метров. Небольшой городской отель с уютными интерьерами в османском стиле, расположен в 2 километрах от центра Алании, 130 километрах от аэропорта Анталии, 100 метрах от моря. Отель состоит из шестиэтажного здания, есть лифты. Последний ремонт в отеле был в 2011 году. Внимание! Отель не размещает одиноких мужчин. Концепция лета 2015. На территории отеля имеется доктор платно, обмен валюты, парикмахерская платно, прачечная платно, автомобильная парковка бесплатна, аренда автомобиля платна, Wi-Fi бесплатно, отель принимает кредитные карты, MasterCard, Visa. Комментарии, Wi-Fi в лобби и в номерах. Услуги доктора по запросу. В номерах есть, количество номеров, 70. Номерной фонд отеля состоит из стандарт рум, 70, площадь 25 квадратных метров. Тип дополнительного спального места, кровать. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть вечерние программы, вечернее шоу 2 раза в неделю. Дневные развлекательные программы, игры в бассейне и на пляже. Комментарии в анимационной команде 2 человека, работают с 01.62015-3090-2015. Крытый бассейн. Открытый бассейн. Водные горки. Комментарий к бассейну и горкам. Открытый бассейн, площадь 120 квадратных метров. Часы работы с 8 часов 30 минут до 18 часов 30 минут. 1 водная горка, часы работы с 10.00-1630-15.00-1630, открыто с 26.042.015 по 31.102.015. Крытый бассейн, 25 квадратных метров. Работает только в зимний период. Хамам платно, сауна платно, массаж платно, аренда велосипедов платно, дайвинг платно, виндсерфинг платно, тренажерный зал бесплатно, пляжный волейбол бесплатно, водные виды спорта платно. Комментарии: водные виды спорта, парашют, катание на банане. Для детей есть детские стульчики в ресторане, игровая площадка, бассейн, аренда детских колясок платно. Комментарии: детская секция в бассейне. Аренда детских колясок, приблизительная стоимость 12 знак доллара в день. Шезлонги платно. Матрасы платно. Зонтики платно. Не предоставляются или отсутствуют полотенца. Территория пляжа – песчаный городской пляж. Длина 500 метров. Вход в море – песчаный. Комментарии: аренда зонтика, матраса и шезлонга по 2 знак доллара в день, 14 знак доллара – неделя. Год постройки гостиницы – 1993. Год, когда был сделан последний ремонт – 2011. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.